Спасибо за охлажденное топливо. Зачем нам взрывать свой корабль? Только если попадутся зерги. Зерги, вы у меня в руках. Какого черта это было? Зергов. Ведь мы встречались раньше. Я Тассадар, храмовник. Жаль видеть, как кто-то, когда-то полный чести и жизни, должен подчиниться грязным велениям высшего разума. Не смей судить меня, храмовник! Мои силы во много раз превосходят твои. Я чувствую, что твоя власть ослабла с тех пор, как мы встречались в прошлый раз. О, королева, неужели ты думаешь, что я буду выставлять на показ свою силу в таком детском испытании? Глупый храмовник! Приготовься к бою! Я скоро приду к тебе. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, и мы продолжаем проходить замечательную игру StarCraft. Ну что ж, истребим силы протосов. Я чувствую что-то неладное в этом храмовнике. Думаю, тебе не стоит атаковать его. Ты сам будешь в опасности, Зас, если еще раз попытаешься влиять на мои решения. Ты смеешь угрожать мозгу? Ты обрекаешь нас на гибель. Такие вот дела. Ну что ж, нам дали еще одних замечательных ребят, а именно стражей. И, в общем, будем как-то с ними работать. Они довольно сильные, так что думаю, что все будет хорошо. И Керриган дали псионный шторм, который будет прям таким нифигово так уничтожать противников. Ну да ладно. Не в этом суть. Пока что мы займемся приготовлениями. Мы, естественно, будем, как всегда, подстраивать наших замечательных рабочих. Потому что, собственно, чем нам еще, ребята, здесь заниматься? Кроме как не подстройкой рабочих. И будем также подстраивать оверлордов. Как минимум одного-двоих. Пока что пусть летают, ребята.
У нас здесь плеточка есть. Посмотрим, есть ли вот здесь у нас спуск. Спуска, по-моему, здесь... Да, вот он спуск. Вот он спуск. Значит, надо его оборонять. А также здесь у нас нету спусков. Здесь у нас спуск тоже только вот тут. Короче, у нас два захода. И надо их будет сейчас оборонять. Сдерживать. И, в общем, чтобы все было хорошо. Хорошо, хорошо. А мы так сейчас этим и займемся. Так что все будет нормально. Атака у наших дорогих друзей аж целых 20. Швыряют они кислотные споры. Замечательные ребята. Милые, хорошие. Так, один из вас должен построить мне экстрактор, пожалуйста. Второй из вас должен мне построить хату, пожалуйста. Уже протосы к нам пожаловали. Плетку он в соло, конечно, не заберет. Поэтому я думаю, что мы спокойно будем справляться, если гидра будет чуть-чуть позади. Пока что вот так вот. Но надо построить еще одну плеточку. Как раз чем я, собственно, сейчас и займусь. Построим ее вот здесь, потому что с этого прохода будет тоже на нас идти. И нужно будет немножечко оборонять все это дело. Надеюсь, у меня получится это сделать так, как нужно. А почему ты не захотел построить, мой друг, экстрактор? Потому что тебе не хватило денег или что, чего тебе не хватило? Скажи мне на милость. Мне это важно знать. Что ж, давайте построим еще одну споровую колонию. А по сути, плеточку то же самое. И будем, собственно, как-то развиваться дальше. Так, ладно. Ладно. Ладно, 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 добываем. Строим, добываем, строим, строим, добываем. Двоих, я думаю, отправить вот сюда. И как минимум изучить скорость с лингом. Потому что это довольно важно, удобно и так далее. А пока что будем просто продолжать строительство различных важных для нас зданий. Например, мы можем построить... Например, можем построить Evolution, раз нам не хватает на пруд, который у нас, в принципе, и так есть. Почему бы не построить Evolution, которого у нас нет? И вот у нас еще три раба пришло. Три крабика. Меняем место расположения. Все равно призываем, на самом деле, наших ребят. Нам будет сейчас необходимо больше минералов. Минералы накопились. Давайте все-таки пошлем их сюда же. Сколько у нас здесь вылупится, интересно. Два. Сойдет. И давайте из логова тоже возьмем еще рабочих. Почему нет? Эволюция у нас потихонечку завершается. Мы развиваемся, все у нас хорошо. Секундочку. Так. Мне пришлось прерваться ненадолго, но окейюшки. Я думаю, что мы, в принципе, довольно быстро все равно успеем все сделать. И ладно, продолжаем строительство наших ребят. Давайте мы построим что-нибудь еще более полезное. Что у нас есть? Нам нужно логово, которое вот-вот построится. Давай, мой дружи рабочий, добывай что-нибудь полезное, делай что-нибудь полезное. Квины нам пока особо не нужны. А вот у нас и логово. Отлично, мута, как всегда, просто замечательно. Так что я думаю, что с ней у нас проблем не будет. Так, нет, В. Надо на ВС. ВСС. Окей. И в эволюшене развиваем для гидры небольшие улучшения на нее. Так, ладно. Шпиль пока строится. Мы ничего не можем сделать. Давайте построим еще парочку рабочих. Я думаю, уже 100% хватит. Если нам потребуется что-то подстроить, мы подстроим. Например, я хочу мутировать еще одну колонию, которая будет атаковать и левую, и правую сторону. Поэтому почему бы нет? Почему бы нет? И попутно послать дальше добывать наших ребят.
что у нас есть? Требуется гнездо королев. Сейчас мы его разовьем. Оно развивается вот здесь вот. Отлично. И мутируем уже в улей из логова. Шпиль у нас фактически достроился. Мы тут же закажем первый грейд на муту и на наших друзей-стражей. И тут же произведем энное количество этой муты. И тут же произведем энное количество энных владык, которые нам нужны. Потому что пока что мы должны аккуратно относиться ко всему, что нас окружает. На всякий случай мы сделаем вот так. И мы сделаем вот так. Того у нас будет уже первые грейды на нужные нам вещи. Так, развить порождение стаи. В ловушку. Ага. Ну, в общем, все полезное, все, что надо, все есть. Хорошо. Хорошо. А, так. Ну, как-то вот так это все происходит. Ребята очень сильные. Ну, если брать именно вот этих друзей. У нас раздолбали, к сожалению, одну подружку. Так, шпиль величия. Нужно мутировать шпиль величия. Я об этом немножко подзабыл. Чтобы мутировать стражей, нужен шпиль. Так, давайте ты отнесешь минералы. Отлично. И теперь ты сможешь со спокойной душой построить, что нам было надо. Нам было надо вот это. Вот это нам было надо. Давайте возьмем еще одного. На всякий случай еще сюда поставим, чтобы они уже нормально атаковали. Потому что чем больше, конечно, тем лучше. А мут у нас, к сожалению, пока что немного. Поэтому нам нужно как-то что-то делать. Я думаю, что у нас все будет сейчас нормально. Но пока эволюция завершается, мы обновляемся. Надо полетать, посмотреть, что у нас есть. Но для того, чтобы хорошо полетать, нам нужно... Ну, давайте возьмем вот эту стаю муты. Полетаем, поглядим, что у нас просто ниже нас. Минеральные поля, на которых стоят протосы. А что у нас в этой стороне? Будем надеяться, что здесь будет немножко почище и поинтереснее. Итак, минеральные плюс газовые поля, чистые от кого бы то ни было. И сюда нельзя забраться только воздухом. Только воздухом. А это значит, что нам нужны с вами мешочки. Мешочки, мешочки. Мешочки изучаются... А, так, ускоряет движение. Нет, транспортировки, вот. Мешочки мы сейчас разовьем. Все будет хорошо. А после чего впоследствии мутируем в улей. А пока что будем просто развивать наших ребят и на атаку, и на грейд, соответственно, брони. Во второй экспанд мы сейчас скоро выйдем уже. Так что там тоже вроде как все будет хорошо. А гидру мы тоже потихонечку будем развивать. Где у нас там гидрильня? Ну вот она. И мы развиваем дальность атаки, чтобы они просто сверху отсюда шмаляли довольно неплохо. Давайте двоих сюда, разведем их, так сказать, немножечко. И все нормально будет в таком случае. Пока хорошо, протосы довольно часто, по идее, на нас здесь нападать не будут, потому что мы им не так интересны, как казалось бы. С виспеном, да, у нас, конечно, есть некоторые проблемы, но сейчас мы избавимся от этих проблем. Почему-то у меня здесь один рабочий фактически ничего не добывает или добывает? Нет, добывает все-таки. Так, эволюция завершается. Мы берем 4 в идеале рабочих. Подводим их к нашему другу. Хотя зачем 4, если пока достаточно одного?
Забирай. Еще ничего не можешь, я понял. Так, давайте высадим его вот сюда. И отправим нашу дружную муту покорять пространство, защищать, так сказать, наши капиталы, наши вложения. Потому что они нам нужны, важны, и, в общем-то, да. В общем-то, все надо сохранить так, как есть. А, я думаю, что максимально близко, наверное, будет все-таки вот здесь вот. А, минералы нам, конечно, нужны, но больше... Важность представляет нам именно газ Веспен, который мы будем добывать. Поэтому сейчас мы этим, собственно, и займемся. А, благо, здесь экспанд можно занять очень быстро. Давайте прогуляемся чуть подальше. Глянем, возможно, там есть еще что-то полезное. Чем быстрее мы разовьем свою армию, тем лучше будет для нас. А, муту мы... терять не должны. Как можно шустрее мы отходим отсюда. Смотрим, что у нас здесь есть. Карта очень большая, протосов очень много. Короче говоря, ничего хорошего из себя это все дело не представляет. Немножко похарасить можно, конечно, но, по-моему, лучше отойти немножко. Пока что у нас армия не настолько сильная. Ну, ничего страшного. Ладно, возвращаем сюда. А протосы на нас решили пойти все-таки, да. Они все-таки решили пойти на нас. Мы, в свою очередь, пойдем на них. Ох, как давно я не видел грабителей вот этих. Ну, только они не грабители, я уж не помню, как они в оригинале назывались. Но я их всегда называл червячками. Или... вот по-другому я их называл слизнями. Ну, не знаю, как говорится, на вкус и цвет. Так. Владыка, дай мне, пожалуйста, рабочего. Мне нужно, чтобы он построил мне экстрактор. А тем временем мне нужно, опять-таки, чтобы ты построил мне еще 4... 3 рабочих. 3, да. На газа хватит 3. Хотя, здесь можно и 4, в принципе. Примерно хватает. Ждем вылупления еще одной. И можно спокойно отправлять на газ. Сейчас, собственно, он построится. И будет все хорошо. Как раз к выходу четвертый, по идее, должен и подстроиться газилка. Такие дела. Ну, как я и сказал, так, в принципе, и произошло. Ждем добычи. Все, добыча пошла. Все замечательно. Все хорошо. Теперь у нас есть дополнительная база, которая тоже добывает. И мы теперь будем строить муту, не опасаясь за какие-либо проблемы. А для того, чтобы не опасаться за проблемы с владыками, мы будем их подстраивать с вот этой дополнительной базы. А всю муту будем подстраивать с этой. Вот такие вот дела. Думаю, что в принципе должны неплохо вполне справиться. И, кстати говоря, нужно улучшить наш замечательный улей. Достаточно всего одного... улучшение, дабы все было хорошо. Я думаю, что все как раз пройдет отлично. У нас подстроились оверлорды. Давайте даже закажем еще оверлордов с этой же базы. И закажем отсюда еще немножко муты. Как только будет третья, отлично. Здесь третья личинка появляется, и мы заказываем еще одну. Вот, третья появилась, все хорошо. Мы заказываем еще. Великолепно. Можно, конечно, заказывать по одной, но проще заказывать сразу после третьей и заказывать сразу троих. По-моему, мы еще можем заказать оверов, и будет тогда примерно все нормально. Муты нам нужно больше. Чем больше муты, тем лучше. Теперь на этих ребят высылаем. Опять-таки все делаем просто и легко. Ой. Ой-ой-ой. Не-не-не, мне не эти нужны, ребята.
Так, давайте сделаем дальность владыкам, увеличим все-таки, дабы у них все было хорошо. Сделаем мутацию попутную. И собираем нашу муту, желательно без Керриган, потому что Керриган нам в этом случае не очень нужна. И собираем нашу муту. Так, ну, допустим, вы будете во втором отряде. Хорошо. Ну и вот у нас, собственно, закончились в определенный момент просто минералы. На что я могу сказать, что все хорошо, в принципе, потому что минералы сейчас я буду добывать с дополнительного экспанда. Выбираем еще одну муту и добавляем ее вот сюда. Так. Что-то мне не нравится, как у меня мута выделилась. Что-то пошло определенно не так. Вот, вот теперь все пошло именно так, как надо. И давайте выделяем еще муту. И в принципе здесь можно как бы одной мутой пройтись. Это не так сложно, но я завернусь таки в наших друзей-стражей. Это будет дополнительный, скажем так, отряд, который будет делать все и вся. Да, вот с Виспеном чуть-чуть промахнулся. И у нас проходит эволюция. А нам сделали передроп. Сейчас мы от него избавимся. Отстаньте от моих рабочих, зелки. Зелки просто ужасные, не хотят отставать от моих рабов. А посылаем медленно в эту сторону наших друзей, стражей. А попутно посылаем муту. Пущай летают, развлекаются. И уничтожаем все, что видим. По идее, в целом все довольно хорошо. Так, глянем, что у нас находится чуть выше. Здесь у нас ничего нету. Здесь можно занять еще один экспанд, но нам, как я уже сказал, не особо нужны минералы. Большую важность и нужность для нас все же представляют газ Виспен. Потому что минералы, в принципе, для нас добываются довольно шустро, а вот с Виспеном у нас есть некоторые ограничения, проблемы, поэтому с ним как-то надо поаккуратнее. Ладно, собираем войска в одно место и давайте продолжать клепать наших дорогих муталисков. На нас тут немножечко нападают, но все в целом в пределах нормы, я бы сказал. Я бы сказал, что все в целом в пределах нормы, поэтому все хорошо. Давайте мутой пролетаем. Летят у нас за нами наши друзья. Собственно, вот здесь сейчас мы встанем и здесь будем продолжать зачистку карты, потому что, ну, просто потому что это нам нужно, друзья мои, просто потому что это нам нужно.
Выделяем еще отрядик, направляем его также следовать. Насколько я помню, следовать он может просто замечательно, поэтому почему бы лишний раз это не сделать. Так, хорошо, больше владык, без проблем. Без проблем, эволюция завершена. У нас максимальные грейды на нашу муту с вами. Поэтому мы должны совсем легко и просто справиться. Так, отточковавшаяся стайка. Давайте сделаем из нее тоже еще парочку друзей. Скоро придется заменять часть муты. Я думаю, потому что просто надо. Просто надо. Ладно. Сейчас они завернутся втроем. И мы сможем нормально уже как-то завернуть их в отрядец. Хотя, в принципе, я это уже сделал. Этот отряд готов. И мы пошли полномерно дальше зачищать. Попутно мы строим здесь же опять-таки оверов, направляя их вот сюда. Здесь же мы строим муту. Я сказал, строим муту. Да, и она, она просто построилась там же рядом. Окей, все хорошо. Кириган, в принципе, нам в этом плане особо не нужна. Здесь она не дает никакой определенной нагрузки смысловой, поэтому, в принципе, мы можем справляться и без нее. Планомерная зачистка карты проходит очень легко. По крайней мере, мне так кажется. Давайте всех соберем поближе. И будем проходить вперед. Планомерно проходить вперед, изучая мутой, что у нас вообще здесь есть. Есть ли у нас здесь какая-либо угроза. Скорее всего, в правом углу у нас будут находиться враги, насколько мне не изменяет память. Ага, ну примерно так я и подумал. В общем-то, вот они. В общем-то, вот они. Здесь они находятся как раз-таки. Такие вот дела. Мы просто атакуем всеми нашими войсками протосов. Ничего сильно сложного в этом нету. Планомерно опять-таки проходим вперед. Давайте даже сделаем вот так. И будем проходить сразу всеми войсками. Потихонечку у нас, конечно, будут убывать наши войска, но... Но и у нас их довольно много, поэтому почему бы, собственно, и нет. Ладненько. В принципе, меня устраивает. Меня устраивает все, что я вижу. Нападаем на базу. И уничтожаем все, что видим. Учитывая полные грейды, нам уже, по сути, ничего фактически не страшно. Так что планомерная зачистка проходит вполне себе быстро, аккуратно и качественно. Чем, собственно, я абсолютно доволен. Мы не потеряли, кстати, ни одного стража. Что просто меня радует, что просто замечательно. И это круто. Мута, конечно, понесла некоторые потери, но не столь критичные, какие могла бы понести, делая она что-нибудь по-другому. Поэтому все замечательно. Естественно, муту атакуют, но в целом все хорошо.
Как-то, собственно, вот так вот, дорогие мои друзья, и проходится эта веселая миссия. Где ты, Тассадар? Ты всегда прячешься за спинами своих приверженцев. Это будет нашим полем битвы. Сразимся один на один. Ну что ж, нас приглашают переместиться вот сюда. И мы должны это сделать. Давайте. Керриган, беги сюда. Беги внутрь нашего владыки. Тормознутым владыкой мы доставляем Керриган. После чего она будет сражаться с Тассадаром и докажет, кто, собственно, главный на этой карте. А мы тем временем попробуем пока вот сюда вот пройтись. Ну и попутно подогнать, например, туда наши войска, дабы убить кое-кого. А еще, по-моему, Тассадар не может видеть Керриган, когда она зарыта. Тогда вот кучу муты подогнали для разборок. Ладно, отгоним на самом деле муту чуть-чуть. Она нам здесь, в принципе, особо не нужна. Пусть стоит в отдалении. И Керриган должна приземлиться уже вот-вот. После чего, по идее, должна состояться мега-битва. Я слушаю, и я подумаю. Что еще? Иллюзия? Боишься сразиться лицом к лицу, храмовник? Вы остались такой предсказуемой. О, королева. Мне не стоит с вами встречаться. Вы враг самой себе. Победа, мои дорогие друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.